Здание запроудов для детей иностранных языков. По прибытию было открытое пламя из окон второго этажа, сильное задымление в здании. Но администрация в этом плане сработала хорошо. Все люди из здания были уже эвакуированы. В тушении был объявлен повышенный ранг пожара номер 2. В тушении участвует 10 единиц основной специальной пожарной техники, 40 человек личного состава. Кроме этого, тушение производилось звеньями ГДЗС, работало 7 звеньев ГДЗС. На тушение пожара было подано 8 стволов Б и 2 ствола А. В настоящее время идет пожар локализован, идет проверка территорий, проверка помещений. Значит, стволы работают, как видите, на втором этаже, на третьем этаже. И заведены 2 ствола на крышу здания от проводов. Погибших, пострадавших нет.